Осужденная исправительной колонии номер 2 в городе Салават, Башкирия, не признали воровской титул 36-летнего Звиада Азманова, известного в криминальных кругах как Звиад Белиски. Об этом сообщил Prime Crime. По данным агентства, указание не признавать Азманова вором в законе положенец, представителя криминального мира ИК-2 получил от Эдуарда Сатряна, Эдика Сетрины и целого ряда воров в законе, входящих в его окружение. По мнению Асатряна и его сторонников, Азманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался, и выполнял все директивы тюремщиков. Между тем, отмечает источник агентства, аналогичные претензии можно предъявить всем обвинителям Азманова, а настоящей подоплекой нападок на него является давнее противостояние с Асатряном. 30 апреля сообщалось, что в казино «Венеция» в Орше, Белоруссия, произошла драка, переросшая в поножовщину. В ней приняли участие 46-летний вор в законе Муму и аршанский авторитет по кличке Морозик.